Немало проблем могут доставить и животные, которые уже вымерли. Так, в Иркутском аэропорту работники таможни при досмотре обнаружили в багаже у гражданина Китая бивень мамонта. К слову, любой ископаемый фрагмент без разрешительных документов вывозить с территории России запрещено. У мужчины документов не было, а кость, по его словам, он купил в качестве сувенира. Тем не менее, возбуждены сразу два административных дела. Ответит перед законом и житель деревни Жмурова Черемховского района. Правда, его нарушения куда серьезнее. Мужчина на своей машине пытался скрыться от сотрудников полиции. Погоня началась из-за того, что владелец автомобиля, заметив патруль на дороге, начал резко увеличивать скорость. Преследуя лихача, полицейские по громкой связи потребовали остановиться его, но безрезультатно. Тогда в ход пошло огнестрельное оружие. Инспектор ДПС сначала произвел предупредительный выстрел, а затем начал целиться по колесам. В итоге нарушителя удалось остановить. Им оказался 37-летний местный житель. Он был пьян. К слову, таких шоферов в Иркутской области останавливают с завидной регулярностью. За 2019 год полицейские задержали почти 10 000 любителей прокатиться с ветерком после употребления горячительных напитков.